Им есть что сказать. Самую яркую и энергичную молодежь Щелковского района вновь собрал центр «Юнармеец». Здесь стартовал лагерь молодежного актива. Этот слет – площадка, где объединяются молодые люди, полные решимости создавать социально значимые проекты, делиться идеями. В этом году для участников лагеря выбрана интересная и актуальная тема – столетие в ЛКСМ. Наша молодежь должна, безусловно, помнить все то, что было сделано до них. И, конечно, стремиться, конечно, сделать что-то такое, чтобы они остались тоже в истории. Лагерь молодежного актива проходит вот уже шестой раз. С каждым годом желающих принять участие в этом форуме становится все больше. Молодые, талантливые, неравнодушные к вопросам развития своего родного края ребята. На этот раз их более 70. Самое главное, ребята, знаете, что у вас будет 4 замечательных дня, которые вы проведете вместе, в которые вы чему-то научитесь. И самое главное еще для вас, что у вас сейчас есть замечательная стартовая площадка. Всем желаю, будучи яркой индивидуальностью, все-таки стремиться в коллектив. Только коллективными усилиями мы придем к победе. Я вам очень благодарен за то, что вы не боитесь выходить из зоны комфорта, из своего уютного домашнего мира, что вы открыты новому. В течение слета для молодежи будет подготовлена насыщенная программа мероприятий, а уж чего точно не будет, так это времени скучать. За 4 дня 6 командам-участницам предстоит подготовить социально значимые проекты, лучший из которых будет реализован. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».